Знаете, еще этот момент, когда кому-то домой приходишь, и тебе в самом начале говорят: «Проходи, у меня срач». Вот это самокритика перед твоей критикой. Типа скажу первый, и он поймет, что я-то знаю, я-то прекрасно понимаю. Мне не нужно на это указывать. Но я этот прием раскусил. Мне когда говорят: «Проходи, у меня срач», я говорю: «Да, у тебя срач». И он такой: «Ты чего?» Я говорю: «Ты в дерьме живешь. Ты сам дерьмо. Где тапочки?» Знаете, еще когда кому-то домой приходишь, и там кошка, и ты хозяину говоришь: «О, прикольная кошка». И он такой: «Это кот». «Да мне похуй. Мне похуй, коту похуй. Всем вообще...» Я понимаю, если бы я такой прикольная кошка, и кот смотрит на хозяина, типа... «Мяу-м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